Самую пригожу могилевчанку оберуть у областным центре. У конкурсе «Міс Могилєва 2016» за титул будут спроборничать 18 прихожунь. Каб свято перехожості і грації отрималося незвичайним, задумано шмат ноу-хау, а подрихтовка до шоу вельми серйозная. На сцені палаца в області у Могильові дівчата репетирують щодня 4-5 годин на високих абцасах. Програма шоу вельми насичена, окрім дефіле запланованы театральные нумары. С пригажунями працювали фотографы, визажисты, стилисты. Каб оказаться в финале и споборничать за головный титул, яны пройшли серьезный отбор. На репетициях тяжело? Если честно, когда, наверное, каждый из нас когда шла, все думали, что коллектив девушки как-то страшно, конкуренция будет. У нас коллектив очень дружный, все общаются друг с другом. Но всегда весело, и репетиции проходят просто налегке. Будет также необычный танец с очень интересной музыкой, замечательной постановкой. Это будет сюрпризом для зрителя, я думаю, будет интересно. Танцевать на каблуках будете? Нет, танцевать мы будем босиком. А кроме титула «Міс Могилєва 2016» по задумке организаторов, удельницам присудят еще несколько титулов, сярод яких, например, «Міс Сяброўства», «Міс Спорт», «Міс Глядацких Симпатий». Свято пригожості призначено на 20 червня. Початок у 18:00. Шоу обещает быть яскравым. Кристина Каранкевич, Миколай Соболев, «Новини регион».